Приветствуем. Ну что ж, пожалуй, это даже хорошо, что здесь герои очень много говорят сами по себе. Значит, меня слушать особо много не придется. Ну что ж, у нас очередное задание. Наш террорист-любитель из Неаполиса набрался Синтаголя. Наверняка учился архитектуре. Он конструктивно критикует тоскливый стиль Дагамы. Пытается поймать нас в прицел. Кажется, он готов потанцевать. Атакуй маркированную цель. Не обязательно. Только научись стрелять. Оу! Почему меня не предупредили, что торпеды сами по себе полетают? Или я случайно задел? Да, задел. Блин, потерял торпеду из-за какого-то... Не знаю, кто это. О, господин архитектор, не любит попадать. А придется. Атакуй маркированную цель. Это очень долго ковыряет противника. Есть, конечно, торпеды, но они, по-моему, тоже дорогущие. Мы первоклассная команда. Не думаю, что этот тип еще полезет к станции. Теперь следует заняться банковскими сбережениями. Ну да. О чем еще говорить после того, как потеряли целую торпеду? Надо посмотреть, сколько они стоят. Почему сам я не могу завершить миссию? Так, не отвлекаемся в магазин. Ну, 200 здесь, конечно, не так уж и много, но все равно печально, что потерял. А, то есть я еще и случайно ей попал. Ремкомплект. Дороговато выглядит пока что. Флинт, я слышал, ты собрался в дело. Ты говоришь это так, будто я спасаю не твою голову. Пожалуйста, переведи обычную ставку на мой счет. Эй, сколько тебе лет? Ты попался на один из самых старых трюков. Кто-то использовал тебя в своих целях, и это был не я, Флинт. А я плачу только за то, что заказываю. Извини. Ох, не нравятся мне эти провисания. Салам. О, мой друг! Свет осиял нашу встречу. И тебе салями. Скафанд. Постой. Ну, есть. Бррр. Чума. Всю ж... Да прибудет. Почему-то повторился диалог. Так, денег мы не получили, значит, придется сразу на следующее задание идти. Получен вызов от водителя вездехода со свалки. Там происходит некая самоорганизация фрагментов бионтов. Они возрождаются. Встреча в навигационной точке. Оттуда ты будешь сопровождать вездеход. Проклятие! Не могу определить расположение бионтов. Слишком много электронного мусора, все зашумлено. Хотя я получил несколько нечетких следов. Что-то двигается, не могу поймать. Лайза, что видишь? Давай-ка мы с Харпером прошерстим эту свалку. Нет ли там чего живого? Если тебе будет нужна помощь, замани бионтов на нас. Иди к навигационной точке 1. Следующая станция — объект с маркером.
там 2001 что ли года, и почему-то умудряется так провисать. Я что-то обнаруживаю. Обломок с признаками нервной деятельности. Да ёпка, как же резко он разворачивается. Эй, да что ж такое? Как-то маневренность как-то ограничена. Так в один момент он отказывается просто поворачивать. Еще один обломок с признаками нервной деятельности. С этим все было удачнее. Бионты обнаружены в новой навигационной точке. Блин, двигайся к навигационной точке 2. Получено сообщение от начальника свалки. Неплохо бы распылить остальные фрагменты бионтов, пока они не реорганизовались снова. Эй, Флинт, мы не нанимались копаться в мусоре, сам этим занимайся. Если ты не собираешься долго возиться, я немного прогуляюсь с Лайзой, заодно гляну, что у тебя за спиной. Так понятно, синий это вездеходы. Мне только интересно, я же не просто так, надеюсь, туда плыву. Я за него зацеплялся, что ли? Я слишком близко или как? Сейчас будет практически невозможно повернуть в его сторону. И что, он подвис?
придется повозиться, наверное. Противников нет, миссия сама не завершается, но хотя она уже была выполнена. Будем надеяться, что это провалом не считается. И кстати, у нас мало времени. Речь о новом сверхнизкочастотном передатчике. С одной стороны, он обеспечивает отличную связь с кораблями, но с другой чреват проблемами с населением. Они говорят, что от СНЧ колебаний болит голова и случается Паркинсонова болезнь. Ну, не знаю. Поговори с Терри. Появилась новая террористическая группировка. Это случается все чаще в последнее время. Хорошо, я посмотрю. Хотя кванцы этого и не стоят. Хорошо. Свет тебе, Леонид. Не хочу тебя отвлекать. Кажется, они приправили бифштекс эпсилон усилителем вкуса. Изжоги теперь не миновать. За все хорошее приходится платить. Твоя подруга Мириам сказала, что ты можешь просветить меня насчет СНЧ-станции. Хорошо. Ты уже слышал, что у станции антенна в 300 миль длиной. На ней куча усилителей и нейроакустические умножители. В итоге всякий, кто проторчит здесь год, становится полным психом. В 21 веке СНЧ-антенны использовали для влияния на ионосферу. Длинные волны прекрасно огибают препятствия. С их помощью можно управлять погодой, искать подземные пещеры и нефтяные залежи, а также затонувшие субмарины. Естественно, с ума сходили целыми городами. Но ведь за все хорошее надо платить. И что теперь? Да ничего. Активисты потихоньку собираются. И я не удивлюсь, если кто-нибудь вскоре нападет на СНЧ-станцию. Распускают слухи о совсем других целях. Но на самом деле они сконцентрируют все силы, чтобы покончить со станцией. Так что смотри в оба. Как здесь с галапагосскими крабами? Великолепно. Мы их коптим с бомбейскими орхидеями. Вы серьезно? И когда посетители начинают блевать? До или все-таки после? Если вам на самом деле нужно что-то, что поможет облегчить желудок, сэр, попробуйте акулий сэндвич в хунте. Тебя зовут Шакти? Фрок советовал обратиться к тебе. По поводу кражи супергаза? Да, ты что-то знаешь? Когда мы начали грузить хоппер, один из администраторов велел сделать перерыв. Всего пару часов. Он мне заплатил, чтобы я нашла себе занятие. А когда я вернулась, грузовой отсек был забит контейнерами с энетракисовской символикой. Разумеется, в накладных ничего подобного не значилось. Сложи 2 и 2, Флинт. Эти баллоны стоят миллиарды кредиток. Юферс, ты знаешь, что среднеатлантический хребет – источник океанов? Там земная кора раскололась надвое и изрыгнула магму и раздвинула континенты. Вся вода, что когда-либо покрывала землю, родом оттуда. Вот почему океаны соленые. Правда фантастика? Пико, ты явно страдаешь избытком свободного времени. Что за чепуху ты несешь? Да ничего, я так. Просто учти, если соберешься там работать. Один неверный выстрел, и ты в серединке чудесного шарика магмы. Хватит и единственной торпеды, так что помни. Кстати, о магме. Я бы не отказался опрокинуть стакан-другой сердца Цунако. Что я тебе говорил? Простая работа. Осторожно. У меня в кармане пушка. Я всажу в твою голову сотню титановых иголок, прежде чем ты пикнешь. Я не люблю, когда из меня делают дурака. Эль Топа ничего не знает о твоей простой работе. Ладно. Пойми, я был в отчаянии. Мой брат Джок работает на Дагаме, а этот безумец чуть не разнес станцию. Я не мог сам нанять кого-нибудь и подумал, что можно... Что можно надуть меня? Хорошо, вот как мы поступим. Ты возьмешь свой коммуникатор и оплатишь мой счет здесь и сейчас. И не забывай о пушке. Хорошо. Готово. Тоже неплохо. Как насчет сердца цунами?
Превосходно. Для тех, кто не планирует стать отцом. Отлично. Мне двойной. Люди говорят правду. СНЧ-волны без проблем попадают на другую сторону земного шара, потому-то ими так любят пользоваться. А новая тоннельная система еще опаснее. Ее главная антенна имеет 300 миль в длину. Станция за Канадой заставляет плясать весь щит Святого Лаврентия. Если хочешь, я тебе скажу, что происходит с человеческими мозгами рядом с этой станцией. СНЧ разжижает серое вещество, и без имплантата люди попросту мрут. И здешняя станция ничем не лучше. Уймитесь, Терри. Нет никаких доказательств. Это панические слухи. СНЧ-передатчики просто работают лучше, чем все остальное, поэтому их используют. Не смеши меня. У нас есть синаптическая связь на сенсорных рецепторах нового вида мега-акулы. Они распознают колебания поля до 5 миллиардных вольтов. Послушайте, вы двое. Я с удовольствием поучаствую в научных дебатах, но в другой раз. А сейчас я хочу глотнуть синтаголя в белой воде. Именно для разжижения мозга. Надо же когда-нибудь отдыхать. Опять белая вода. Не может быть. Ты тот самый Юфес Флинт, а? Видел тебя по каналу. Присаживайся. Я Фримен. Ну и имечко. А кто тебе сказал, что это мое имя, а? Скажи, на каких кораблях нынче плавает гроза морей? На заемных. Мой украли. Какая досада. А я вот прикупил на черном рынке бомбардировщик. Вот уж машинка, что надо. Забавно. Я бы на него взглянул. Поверь, я был бы счастлив тебе его показать. Но последним хоппером отослал его в Атакаму. Так, аппаратная топа. Ну, до этого... Нам выдали в первую очередь корабль. Да, пошел быстрее. Стоимости продаются? Не, ну тогда я не против. Может быть, все испытать. Разговор. Флинт, кончай болтовню. Тревога! Да погоди ты! И теперь я гоняюсь за ублюдком, стянувшим мой корабль. Подъем! Террористы с пиратской разведки атакуют нашу СНЧ-станцию. Мы не можем себе позволить прервать передачу. Бегом на работягу и к станции! Потом плыви на Магеллан. Вот не надо, у меня уже вроде бы новый корабль. Не туда. Ну, скоро... А, вот показан. Да, новый. Правда, он крупнее предыдущего, так что в меня попадать будет проще. О, как, СНЧ сообщение отслеживать? Да вы шутите. Простейший способ найти СНЧ-станцию – идти вдоль СНЧ-кабеля по дну океана. Веспуччи проявляет нетерпение, беспокоится за свою станцию. Все маркированные.
Ай, опять эта сложность с управлением. Станция связи сообщает о серьезной атаке. Поторопимся. Флинт, транспорт подает сигнал тревоги. Но центр связи важнее. Впрочем, нам ведь пригодятся лишние кредитки. Транспорт? Вот это транспорт? Я просто не совсем в курсе. Где противники? Да, я их не вижу. Станцию, надеюсь, напарники прикроют, они весьма неплохо собираются. Если бы не устрелили с самого начала. Или это моя неудобная стрельба привела к тому, что транспорт уничтожен. Цель ликвидирована. Я сделала его. Хорошо. В смысле, он еще цел? Получен новый приказ. Назад к СНЧ-узлу. Похоже, они сами не знают, чего хотят. Возвращение. Хорошо сработано. Хотя ты обязан признать, что не очень торопился. Ты забываешь, что подарил мне Нисуку. Расслабься. Я уже пополняю твой счет. А теперь о существенном. Ты знаешь, что почва в этом районе сейсмически нестабильна? У нас под задницей вот-вот вскипит магма. Дуй на Магеллан и поговори там с Дидди Шпенглером. Он как раз занимается этими вопросами. У него есть для тебя работенка. Закончишь, возвращайся и найди меня. После этого похода тебе уже не придется побираться на старой барже. Я с тобой, Флинт. Начинаю смазывать торпедные аппараты. О, неплохо так. Так, кто это? Флинт, твоя голова достаточно ясна? Можешь меня выслушать? Чиста, как стакан родниковой воды. У Эль Топо есть работа для тебя.
у Энетростанции 2 потерпел аварию Хоппер. Мы не знаем, что случилось, и нам нужно, чтобы кто-нибудь отправился поглядеть. Пираты? Может быть. Черт, ты же знаешь те места. Кстати, там были... грузы. Что-то важное? Думаю, да. Энни Тракис говорит, что это обычные запчасти, но Эль Топо уверен, что это газовые контейнеры, почти бесценные. Это новый газ, Флинт, менее плотный, чем гелий. Мы говорим о ставке в миллиарды кредиток. Понял. Я возьму прикрывающим пико и спасу, что смогу. А что ты сказал о моем гонораре? Отправляйся в Магеллан, когда закончишь, и обратись к Филиппу Савеса. Он в курсе. Легкая вода, карфентин, эйфорин, эндорфинный стимулятор, противопохмельные таблетки, эквилибрин из сигуната, головные боли, синева под глазами, капли, стимуляторы потенции, усилители сервера грез, киберлюбовницы, никотиновые палочки, курево высокого давления, стимуляторы зрения, обоняния, осязания, слуха. Это что, твое сегодняшнее меню? Таблетки от сна, суицид-газ, всего дюжина кредиток за баллон, гелинг-субскорители, синюшки, кетамин, псилоцибин, железы глюкорыбы, выделение анемоны, обострительницы. Так, что у нас тут? Меня напрягает вот расход энергии 1 эмп. То есть у нас есть вот что-то для перезарядки. Кстати, а какая скорость-то там? Плазмер медленнее стреляет. Правда, урон у него существеннее. Так, сколько там стоит малый энергопакет? Даже не знаю, сейчас рисковать, не рисковать. Торпед тоже могут потребоваться. Ладно. Но в любом случае... Сегодня уже... экспериментировали, налетались. Жаль, конечно, корабли потеряли. Ну, грузовой, если я правильно понимаю. Так бы, может, еще немножко заработали. Но в любом случае, на этом пока что все.